Военные в городе. В культурно-деловом центре «Арктика» прогремел военный оркестр Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации. Со сцены звучали как классические, так и эстрадные произведения. Подробности в нашем сюжете. Свою историю космодром берет с 1957 года. Тогда на севере в кратчайшие сроки за 7 лет были возведены стартовые технические позиции, поставлены на боевое дежурство ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами. К слову, одна из частей космодрома находится и у нас в городе. Ну а история войск воздушно-космической обороны началась не так давно. На первое боевое дежурство военные заступили 1 декабря 2011 года. В преддверии этой даты на Ринмары приехал военный оркестр первого испытательного космодрома «Плесец». Уже более 20 лет им руководит заслуженный артист Российской Федерации Александр Чикин. В составе музыкальной труппы 24 человека. В нашем оркестре задействованы, начиная от флейты пикколо, кончая бас-гитарой. Все инструменты, набор инструментов, деревянная группа, группа духовых инструментов, трубы, тромбоны, баритоны и ритм-секция, клавиши, бас, ритм-гитара, ударная установка. Оркестр Чикина сопровождает все мероприятия, которые проводят на космодроме, выступает и на церемониях принятия воинской присяги. Закир Вафин, Леонид Шишелов, Андрей Котов, телеканал «Север».